Заболеваемость ОРВИ в Ненецком округе за прошедшую неделю возросла на 40%. На карантин закрыта школа в Нельминосе, а медики региональных больниц и поликлиник работают в режиме нон-стоп. Среди пациентов в основном дети из сельской местности. Об этом накануне сообщил начальник управления здравоохранения Ненецкого округа Андрей Апиц. Только за прошедшую неделю зарегистрировано 557 случаев ОРВИ, из них 457 у детей. В связи с ростом заболеваемости на внеплановые каникулы отправлены ученики школы Нельминоноса. Образовательный процесс на несколько дней был приостановлен и в школе-сад деревни Куя. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаев гриппа не зафиксировано. Врачи особо подчеркивают, вирусная инфекция коварна, поэтому ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Это может привести к серьезным последствиям.